А перед просмотром данного видеоролика хотел бы порекомендовать вам канал Brain. На этом канале вы сможете найти множество интересных видосов по игре Prime World, регулярные стримчики ламповые по игре Prime World и обзоры игровых новинок, таких как Metro, Resident Evil и многих других. Канал Новичок очень нуждается в вашей поддержке, поэтому переходите, подписывайтесь, ссылку я оставлю в описании. Здорово, YouTube, с вами Проф. Сегодня, короче, собрал Сина только что, прям по советам молодых людей из чатика на стриме, онлайн, так сказать, без регистрации и смс. Сейчас будем ебурить первую каточку, никогда не играл на Сине. Ну, в смысле, нет, я играл на Сине, но это было супер давно, в классическом сезоне, 550 лет назад. Уже сколько у нас сезонов прошло, это дохерище сезонов, типа. Поэтому первая моя игра на Сине. Билдец. Сила хитровой, поинты в замке. Для пробы я закинул в первую строку. Что? В первую строку. В хитру, блядь, закинул. Думаю про первую строку, говорю про хитру, короче, вы поняли. Поинты в замке закинул в хитру, да. Тестовый режим, потом попробую в силу. Тут многие советовали закинуть в силу. Сейчас будет немножко зум, и мы с вами... Дальше пойдем гунгировать. Зума, да. Хилочку я сделаю, наверное, на нашего мидера. Потому что, в принципе, мне она нахер не нужна. А потом сделаю звезды. И можно будет вылазить отсюда. Или мне, или как? Пацаны, из чатика советуйте сходу, как лучше делать. Лучше сразу вылазить из зумы после первого слитка. Свитка. Я, в принципе, успею парочку сделать, как бы нормально будет. Я вроде, ну, достаточно немедленно зумлю, скажем так. Все, два свитка. Там какой-то молодой человек у них отошел, походу. Можно вылазить, как я понял. Берем банку сразу сходу. И я пока что в разум. То есть следующий талант, который мне надо взять, это стачок. Ускоряемся, чисто бежим, гангать. Наверное, турка. Хотя меч, конечно, запушил пак. Не знаю пока, кого мы загангаем здесь. Тут у нас Агель под тауром отдыхает. Но она сейчас себе линию запушит. Если она не уйдет в лес, у нее будут проблемы большие. Так, отлично, ФБшечку сделали, можно теперь на топ зайти, я думаю. Я выучил Апсюрика, ну потому что он до хера урона дает. Сейчас все-таки закрою после этого. Баночка, отлично. Пригодился звездопад. Банку, правда, тяжело было на восьмерке нажимать. Но получился ганг, в принципе, и теперь я... Блять. Теперь я разумный син в силовой сборке, судя по всему. Просто без инвиза заходим, как по бульвару. Тут уже начали как бы действовать молодые люди. Метку не учи. Давайте шотган закроем, посмотрим, я в разум. Блять, я разумный. Мне нужно было выучить так до того, как я выучил ап. Потому что от апа я получил прибавку от мощи. Прибавка от мощи у Сина очень высокая к разуму. И в итоге я как долбоёб ушел куда? Правильно. В разум. Ладно, главное, что прыжочек у меня есть. Выкручиваю все ситуации, блядь, закрываем эту хуйню. Теперь я разумный Син, как бы, задавайте вопросы. Сейчас возьмем вот эту хуйню. Возьмем... А, ритуалочка у меня уже есть, в принципе, можно попробовать загангать кого-то. Нормально. Не, ну это первая катка, это нормальная ситуация, потому что я не знал, насколько большие у него прибавки. Так. Оп, ритуалочка, хорошо. Эй, гангери, вигдей. У меня аж подлагало. Берем, короче, тогда прыжок, наверное, да, или что ли, корабль берем.
Не хейтите меня сильно в комментах, пацаны. Эта катка моя первая на сине. Я, ну, тут, конечно, фейл есть такой. Сейчас я еще могу по выкачке хуйню какую-то набрать, но попрошу быть лояльнее, потому что стример как бы только учится играть на сине. Я думаю, фейлы такие были у всех. Забираем турка через ульту молодого человека на псине. И идем. А нахуй я прыжок взял? А, непонятно. У меня все равно стана нету пока. Буду дамагировать много сейчас. Надеюсь, у нас масочка до конца пойдет на меча. Нет, не пойдет. Здрасте. Ушла маска, ладно. Без палева воткнул метку и стою, отдыхаю рядом чисто. Агент 002, как говорится. Ладно, в принципе, у нас там... Вот этого можно забрать, наверное. Опа. Ебать, салам алейкум. Смотри, смотри. Оп. Что-то маловато урона, кстати. Наверное, потому что... Я бестатовый. Возьмем ритуалочку за 100, она у нас дамажит 214. И попробуем убить кого? Правильно, вот этого молодого, наверное. Что, еще раз будем? Ну давай еще раз. Скрываемся в туман. Шар. Блять, я через шар мог вернуться в силу, вот это я ДЦПшник. Я же через шар мог вернуться в силу. Но теперь уже точно не могу, пацаны. Уже теперь через шар вообще никак не вернусь. Шар дает 14. Я не подумал об этом. Амазонка у противника ливнула. У меня уже нет просто маны, нет ничего. Мне срочно надо в магазин за маной. Вот это нормальная катка у нас, конечно. Не, но мы ее все равно выиграем, даже с таким профессиональным сином, как я. В принципе. Блять, меня еще и хостит кто-то. Убить! Ритуалочкой. Нормально. Год помойки захостил, чтобы больше людей увидело, как я на силовом сине в разум ухожу и, короче, ритуалочкой пытаюсь кого-то убить. Ну, такого еще не было, в принципе, на канале. А то обычно эти катки, где я все наперед знаю, все вот эти, все каждый шаг вижу, блять, контролирую ситуэйшн. Вот, вот где происходят нормальные пацанские игры. Собрал почти фул седьмого сина себе, в силушку богатырскую, ушел в разум, выучил хуйни и пытаешься выгрести из этого говна. Вот это реально интересно. Не то, что ваши вот эти катки по шаблону, где все читается, все заведомо заранее понятно. Вот. Вот они, каточки. Вот это я понимаю. Можно сейчас крикрока, наверное, взять. Или что? Или куклу. Куклу, наверное, больше. Больше профита будет взять. Салам алейкум. Здравствуйте. Нам нахуй. Со всех кнопочек вот это понажимали, убили его. Нормально. Сила разумный син в деле. 6 киллов, 8 минута, работаем. Куколку берем, чтобы чисто разума побольше было. Правда, урона с руки нет по КТУ абсолютно, но зато есть потенциал в душе. Ай, блядь. Нужна помощь, говорит. Молодому человеку нужна помощь. Берем ап корабля. Заходим на этого молодого. Ставим меточку. Даем. Оп, 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 оп. Туда нахуй. Живем. Нужно вернуться на респаун. У нас все кнопочки в КД. Нету ХП, нету маны. Самое время вернуться.
метка-то силовая, это нормально, все туда зайдет. Это прыжочки, там сюрикенчики, все в метку силовую зайдет, нормально. Нормально. Главное, чтобы потенциал есть, как бы, у героя. Потенциал, ну, у героя и у его хозяина, это самое главное. Какая разница, какая там метка? Главное положить, потом кнопки нажать, убить, готово. Какая разница? Силовая, там, разумная. Вот, смотри. Кладу метку, да? Кладу метку. Значит, кладу метку. Он уже боится. Он уже понимает, что ему пизда. Но на самом деле не пизда. Потому что... не хватает мне урона забрать его. Сейчас попробуем еще разок. Поднимем РЗ-шечку, чтобы инвиз был подольше. Выучим крик Рока, наконец-то. Дадим ему, если он там ультировать захочет. Так, родной, ебашь его. Оп. А ультушечка-то не нажимается. Нормально. Сколько у нас там? 8 килов. Работаем дальше. В принципе, если бы я был силовым, я бы мог помочь ему спушить линию, да? Я-то не силовой, я-то силоразумный. Бля, я чувствую, уже превью будет такая, знаете, ля типа... поехавший стример на силоразумном сине. Нормально, нормально, нормально. Масочка подбайтилась на меня. Но тут кораблик влетает на 500, Вася, по лицу. Кораблик-то с апчиком. Якорь-то по ебалу залетает, хорошо. Бэкаемся на респ. Я просто хожу на какой-то... по лезвию ножа, просто по... на тютельке ухожу. Просто на тютельке. Мне тут подсказывают, что турок перед банкой ульту кастанул. По-моему, он не кастовал ульту перед банкой. Но я могу ошибаться, в принципе, это не важно, потому что мы его все равно одолели. Ля, клык наяривает свои мячики. Достал из кармана, почухал, нормально все у него. Мы можем забрать бот. Я не думаю, что Агель тут где-то рядом. Можно, конечно, к ней в лес, в принципе, заехать. Давайте ритуалочку купим. Я что, зря ставил эту херню на семеру? Ритуалочку, будьте добры. Две с собой. Они не стакаются. Кнопок настолько много, что мне долго надо будет думать, как их вообще нажимать. Работаем. Сука, он нажал ульту, пока я кнопочки нажимал. Не, блин. А, понял. Понял, извините. Извините, уходим. Уходим. Они выбрали не меня, они выбрали меча с одним килом. А могли бы сейчас такой куш с меня сорвать. Им такого и не снилось. У меня 8 килов. С меня можно было сбрить нормально, кстати. Есть у меня такое подпольное желание сходить на топ, на самом деле, потому что там 19-й молодой человек. Я что, не с родной земли кастанул его, да? А ну, родной. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, понял. Понял. Меч, это был байт, чтобы он под тебя поставился, чтобы ты прыжочек нажал в него. Смотри, ля. Оп, наебал. А я-то в бокового крипа играю. Оп, туда нахуй. Отходим. Там маска, отходим, у нас нет маны. У нас нет маны. Нет, нет. Догнали нас. В турка плюс 8 килов. Мы его и так не пробиваем. Ну теперь точно не пробьем, блять. Куда свернулась амазонка или где? Или у них вернулась. У них вернулась амазонка. Нормально. Правда, чувствую я теперь, что мы этого турка реально не пробьем никак. Он выучил уже выход на оплот, он выучил стабильную защиту. Очень сильно сомневаюсь, что мы его будем пробивать. Хотя вроде амазонка неплохо так дамажит. Надеюсь, у нее криты есть? Есть, у нее криты. Только у нее 6-й строкой, а не с 5-й. Но в целом неплохо. У меня уже 2 ТП. Я забыл, что мне пассивка дает при смерти ТП-шечку. Что надо выучить в 5-й строке?
Чтоб такого выучить. Давайте выучим миллион стата. Не, парни, в силу я уже никак не ухожу, насколько я понял. Сколько можно писать? В силу вернись, профта. Я не вернусь в силу, я... О, у меня инвиз кончился. Я не хочу возвращаться в силу, я разумный син. Меня не ебет. Иди сюда, родной. Как же он монтирует? А у нас чел стоит, отдыхает, да? Ладно. Учим силу на силоразумном сине, работаем дальше. Амазоночка неплохо заявила, кстати, от маски корт. Надеюсь, маска побежит мне навстречу. Нет, маска гонится за амазонкой. Где чертова маска? Так, баночка. Амазонка зачитала, кстати, не мне. Неплохо. Я могу выучить хитру, чтобы фиксировать молодых людей. И поставить ее куда? Вместо шотгана какого-нибудь. Там у нас меч уже панику разводишь, у него типа линия проиграна. Сори, братан, я не специально, я силоразумный син. Меня можно понять, я ебанутый. Если бы он открыл мои статы, он бы понял, что ко мне вопросы сразу отпадают, потому что я типа чокнутый. Это я возьму, пожалуй. Так, пошли. Пошли, будем работать сейчас по ком там, по турку будем работать. На кушечку у меня, надо disable запомнить, что у меня на кушечку, а то я сейчас понажимаю кнопки. Так, и салам алейкум. Туда его, на помойку. Две кнопки нажал, минус мана. Придется мне за кнопками выдвинуться. Берем наш ману и заходим в тузика амазонки. Тюрю. Опа. Что это такое? Родной. Что это? Это просто маска влетает лицом в четверых и отдается как мясо. Видим, что молодой на топе беспредельничает. Надо ему наломать дровишек на топе. Учим что? Бля, там, по-моему, Миша стоял. Я такой беспалевный, конечно. Учим силушку богатырскую. Свешаем меточку. Умираем об капканы. В принципе, по плану сработано. В принципе... О, поставил. После того, как я чисто впитал 41 капкан ебалом. Нормально поставил. Так, Вадим крут идет, значит, заходит. А тут, наверное, еще в кустах 52 капкана стоит, да? Давай, родной, пробуй. Я попробовал, и ты пробуй. Тут у нас меча убивают, но меч уже никак не спасается, к сожалению. А нет, спасается, он что, дефовый? Ебать, у него выкачка. Слушайте, так кто тут больной? Я, блядь, на своем силоразумном сиде или этот меч? С вот этими вот, блядь, галошами. Так, полетели опять куда-нибудь путешествовать. Чисто выучил, чтобы 575 нанести. Радует, что у нас амазонка более-менее адекватная. Хотя ульту, конечно, можно было и выучить. Клычок тут у нас уже криты там почти закрыл. О, маска выебывается. Тихо, надо на маску сходить. Агель убила у нас фиолетового товарища, и маска убила клыка. Это очень плохо. Я не могу определиться, с чего я больше дамажу. С метки под... Вернее, с сюрика под меткой или с прыжка.
Как бы у меня и сила есть, и разум есть. Да блять! Помогите! Нормально. Чисто на амазоночку фарм даю. Не знаю, каким образом она до сих пор живая, но все, исправляется ситуация. Создаем спейсуху для меча, который тем временем на боте забрал у нас амазонку и может спокойно сносить двойные товара. Если кто-нибудь нажмет анти-ТП right now. Нет, никто не нажимает, ладно. Не, метка на ульту не работает, я знаю. Я имею в виду, что у меня больше разума, и типа я больше дамажу с прыжка, да, без метки. Но поскольку метка, и у меня меньше силы. Я не понимаю, с чего я больше дамажу, с прыжка от разума или с метки без силы. Вернее, с сюрика под меткой без силы. Поняли, да? Так, учим, значит. Ебать, самый полезный талант в игре, учим. Ладно, 15% закроем. ТП-шечку качать пока рановато. Особенно, когда нет ТП-шечки. Там у нас меча упаковали пока толпой. Пока мы здесь чилим. Ладно, я могу лес пойти пофармить. В ближайшие полминуты никаких замесов не предвидится. Судя по тому, что у меня команда по всей карте рассосредоточена. Мне бы, конечно, кнопочки почаще хотелось нажимать. Эй, пацик, не хотите дракона забрать? Ля, сука, ставит гидота. Куда ты ставишь, сына? Куда ты ставишь? Нормально. Оп, дизейбл, стоим. Так, так, сюрик, оп. Туда, нахуй, ультушечку. Амазоночка не нажимает ультушечку. По-моему, там турок нажал ультушечку, перепугался за маску, блядь. Нормально. Хуя у нас меч борзый. Так, ну-ка. Амазонка захочет развернуться. Захочет. Я прыгну, блядь. Не прыгну, наебал. В этого прыгну. Отходим. Развели ее на ульту. Эту жирную дичь. И можно... Бля, ну тут просто не считается такая хуйня. Ну в смысле? Пацаны, бэк, бэк. Надо дракона забирать. Там типа гель опасная какая-то. Надо варды ей подъебало поставить. У меня уже 3 ТП-шечки накопилось. Меч у нас все-таки приехал об ту же самую гель. Видимо, не заметил, что она меня подразъебала секунду назад с двух кнопок. Алло, головорез. Кстати, головорез у нас вместо 5% закрывает микростан. Вот. Держу в курсе, как бы микростанчик, как в 2001 году мой дед закрывал, значит, на каком-нибудь мече, головорез закрывает сейчас. Прилетает у нас маска, дает ему въебало. Ну и с 3 вардами мне надо, во-первых, завардить здесь, во-вторых, не сдохнуть об этого додика, который капканы поставил здесь. Просто съебулите делаем отсюда, нахуй. Нихера у него урон. И отошел, бля. Ставим сюда вижен. Амазонка чисто на опережение хуярит. Даем ТП-шечку на арсенал. Нет, не даем ТП-шечку на арсенал. Возвращаемся, тут скорее всего капкан стоит. Я, блядь, я сдохну. Я не хотел, ну типа, поняли, что я хотел взять? Я хотел поставить вард на дракона. Но я знал, что тут капкан стоит. Он у них, блядь, гигантских размеров, у этих путников с этим мапом ебаным. Я попытался. Был мизерный шанс на то, что здесь капкан не будет, а он будет где-то здесь. Типа, был мизерный шанс, я попробовал, но нет. Шанс не оправдался, и... Вот, благодаря тому, что я сдох об этот капкан, меч сейчас тут спокойненько прошел. Не знаю, хорошо это или плохо. Учим, короче, мейнстат. Нам надо бэкнуться на дракона. Всем. Регрупнуться, вернее, не бэкнуться. 4 ТП-шечки у меня уже. Меч просто не дамажит мишке. А почему он не дамажит?
Потому что он научил хуйню. Я думал, Мишка сильно жирный, но нет. Просто меч научил хуйню. Почти как я. Ставим сюда вижон. Нормально. Забираем масочку. Ритуалочку. Всаживаем в игель. И просто уебываем от турка. У нас там тем временем меч гоняет амазонку спутником, но... Боюсь, что амазонку он уже никак не погоняет. Подождем, пока меточка настакается, блядь. Шотаем ей нахуй фул хп. Ну и... Родное, что мы ему сделаем? Та-та-та-ра-та. Шо? Меч, что ты делаешь, блядь? Меч. Эй, ты дурак, что ли, бля? Я дамажу, конечно, но немного. Типа, чуть-чуть дамажу. Там уже маска зареспавнилась, и нам надо дракона ебаного забрать. Уже 100 лет тыкаю. Просто забрать этого чертова дракона. Там уже маска в лесу идет. Мы сейчас просто ревардим здесь все это дерьмо. Весь этот кал. Убегаем от маски. Возвращаемся, блядь, шотаем ее нахуй. И у нас 270 разумов. В принципе, я уже начал прыжком даже дамажить неплохо. Не достал до молодого прыжком. Тут у нас размениваются бессмертиями молодые люди. И меня просто масухами разъебали. Сначала меня задула Агелия, потом амазонка шквалом меня убила. Ну или не задувкой, а просто с руки тычку дала, и как бы я упал. Турка наши щелы все-таки убили, но амазонка влетает. Пытается забрать этого щелика на путнике, но тут 33-й Агель под стримлом. Говорит, добрый вечер, и как бы амазонка падает моментально. Так, а что я могу сделать? Я могу, не знаю, закрыть лукавство, да? Или нет, я могу закрыть апшотгана. Я буду жирным и много дамажить шотганом. Которого у меня даже на панели нет. Я буду им хуярить из инвентаря. Не, плохая идея. Возьму просто ап кораблика. Команда противника пытается забрать дракона. Я, по идее, могу даже успеть, наверное. Нет, не могу. Абсолютно не могу никак успеть. Без шансов. Могу зато голду забрать пока. Я не ожидал, что игра первая на сине будет длиться полчаса, блядь. Ну, эксперты на ютубе любят получасовые катки, поэтому им, наверное, даже в кайф будет. Так. Бля, меня и здесь видят. Что за жечь? У них тупо везде варды. У них просто варды везде. Наш клык не знает понятия варды. Такого для него не существует в природе. Поэтому этим займутся профессионалы. Там маска же за 600, по-моему, купила глаз. Так. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать в мой лесочек. У нас головорез решил запушить, как бы, пока нам пушат двойные башенки. Ну ничего, ебать. Там что-то много всякого лежит. Кто-то мины наложил, походу. Мимо сюрикен. Притык, чисто мимо сюрик даю. Ну и сносят нас, наконец.
Вот такая вот у нас выдалась ебанутая игра. А мы пытались. Я, говорит, Сина четко отвлек. Вот, наебсик, конечно, на уровне. Собственно, какой можно сделать вывод после всей этой произошедшей херни? Если вы одели первую катку Сина, да, и, ну, типа, играете первую катку на Сине после того, как его одели, берете, просто учите вот эту хуйню в первой строке максимально быстро, и если вы все-таки тупанули, не учите дальше всякий кал, учите шары с третьей на силу. На этом все, с вами был Проф, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику, жмите колокольчик, чтобы не пропустить видосы и стримы. Пока-пока!